Приветствую вас, Александр. Я думаю, что в ваших отношениях присутствует серьезный элемент созависимости, потому что есть ощущение, что вы находитесь в не совсем здоровых отношениях со своей женой. Есть ощущение, что вы как-то вот друг от друга очень сильно зависите, по крайней мере, ваше психоэмоциональное состояние. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, с этого и нужно начинать. Дальше. Вам нужно разобраться в себе и понять то, как влияет на вас ваша жена, соответственно, разобраться с тем, как она на вас взаимодействует, и уже после этого можно будет что-то предпринять, и после этого можно будет что-то вам рекомендовать, и как-то с этим работать. Ну, а оптимальным вариантом является обращение вас обоих к психологу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.